Всем привет! Сегодня у нас на обзоре очередной набор от Masterbox, артикул 3588. Представляет он из себя сельских жителей времен Второй мировой войны. Сзади у нас представлена схема сборки окраски. В принципе, стандартно для Masterbox'а. Набор датирован 2010 годом, то есть довольно-таки свежий, если брать пехоту немецкую 2011 года. Там все было великолепно. Посмотрим, что у нас здесь. В комплекте представлен один литник, на котором располагается 5 фигур. Если посмотреть, то на данном наборе обои практически нет. Есть минимальный вот здесь, например. Но это легко зачищается, это не проблема. Лица сделаны классно. Вообще просто отлично. Посмотрите. Давайте я зубом попробую навести. Вот лица. Выглядит вообще отлично. То есть скульптура лица внятная, складочки отлично пролиты. Да и вообще фигуры вот про этого производителя оставляют положительное впечатление, в принципе. Я не могу сказать, что они где-то плохие или еще что-то. Вот. Фигура вот женщины, лицо женщины, точнее говоря, вот выполнено вообще отлично. Можно даже где-то сравнить со смолой. Очень приятно выглядит. Смещение пресс-форм я не вижу здесь. Если есть, то совсем минимальные. То есть они присутствуют, конечно, да, я не спорю. Но настолько они вот незначительный шов от уха, как всегда, присутствует, но он присутствует на всех фигурах. Я не видел еще тех наборов, где шва этого не было. Сюжетный поворот очень интересный. То есть эти фигуры можно использовать даже не вместе, а по отдельности. Потому что вот сама сюжетная составляющая, вот именно поза этих фигур, она очень, ну, как сказать, вариативная. Можно с этим крутить, вертеть сколько угодно. Два варианта сборки, то есть одна женщина наливает воду, молоко из кувшина, вторая просто с опущенными руками. Также с парнем можно сделать его в кепке или в пилотке. Также есть вот буденовка в комплекте. Это вот или без головного убора, или с буденовкой. Кстати, очень хорошо чем? Что можно использовать на диораме как с советскими бойцами, так и с немецкой армией. Подведем итог по данному набору. Вот данный набор, если вам нужны будут мирные жители, именно сельские. Я, насколько мне известно, Миниард тоже делает мирных жителей, но они городские у них. Я не помню у них сельских, может быть, я ошибаюсь, конечно, я не уверен. У них в основном все идет на трамваи, европейские города, потому что у них как бы это развито, у них вот эти трамваи великолепные, которые они выпускают. Но это уже совсем другая история. А по данному набору что могу сказать? Лица внятные, четкие, складочки пролиты отлично, несколько вариантов сборки, что в принципе увеличивает количество сюжетов, в которых можно использовать данный набор. У меня будет он использоваться, скорее всего, не полностью. Скоро я уже начну работу с основанием.
Возможно, удастся в скором времени начать стримы, не знаю пока, что к чему. Пока только игровые стримы. Итак, вот кому данное видео показалось полезным, подписывайтесь на новые видео, ставьте палец вверх. Всем пока!